Гружанах прошел выездной президиум областного объединения профсоюзов, в котором приняли участие председатель Брестского областного объединения профсоюзов Александр Рогачук и заместитель председателя Федерации профсоюза Беларуси Вадим Грачев, председатель Пужанского райисполкома Михаил Гришкевич и многие другие. Участников мероприятия торжественно встретили в Ружанском дворцовом комплексе рода Сапек. Здесь мы гостей нам все дышу строкаем. Отпочить у палат запрошаем. Гости мероприятия посетили музей, где была проведена для них увлекательная экскурсия об историко-культурном наследии Пружанского района. Далее они почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы у кургана славы. Участники мероприятия смогли ознакомиться с работой и комплексами услуг санатория «Ружанский». Именно на его базе прошло пленарное заседание, в ходе которого были рассмотрены многочисленные профсоюзные вопросы. На территории Пружанского района прошло выездное заседание Президиума Совета Брестского областного объединения профсоюзов. Мы обсудили тему социального партнерства на предприятиях и в организациях, расположенных на территории Пружанского района. В рамках обсуждения данной темы поднимались вопросы выплаты заработной платы, безработицы, ситуации на рынке труда, а также вопросы дефицита кадров рабочих профессий и организации работы с молодежью. По итогам проведения заседания председателем Брестского областного объединения профсоюзом Александром Степановичем Рогачком была дана достаточно высокая оценка деятельности в данном направлении. Кроме того, на заседании президиума присутствовал заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Грачев Вадим Николаевич, который также отметил конструктивную работу в данном направлении. Несомненно, многое уже сделано, но еще больше нам предстоит сделать впереди. Мы будем работать в этом направлении, ведь в социально ориентированной экономике человек всегда был, есть и остается во главе угла. И наша общая задача органов власти и профсоюзов сделать все возможное, чтобы наши люди были уверены в завтрашнем дне и чувствовали себя защищенными. Александр Рогачук вручил почетную грамоту Брестского областного объединения профсоюзов за значительный вклад в развитие социального партнерства, совершенствование форм и методов взаимодействия с профсоюзами, за работу по обеспечению трудовых, социально-экономических прав и законных интересов трудящихся председателю Пружанского райисполкома Михаилу Гришкевичу. В свою очередь Михаил Михайлович высоко оценил работу профсоюзов Пружанского района. Огромное спасибо сегодня профсоюзам за ту работу, которую они проводят. Со стороны исполнительной власти. Вы сегодня наша помощь. То, чтобы в обществе, в коллективе, в стране был мир, порядок, было мирное небо, люди были довольны, дети рождались, родители улыбались, получали достойную заработную плату и были всегда живы и здоровы. За это вам отдельно хочу высказать слова благодарности.